Представительница Азербайджана Диляра Кязымова стала четвертой на полуфинале конкурса красоты в рамках Евровидения 2014. По словам организаторов конкурса, голос Диляры Кязымовой привлекательный и сладострастный, и напоминает нам о дыме. Она из страны огней и сама хочет зажечь огонь. Ее песня «Вся о человечности». Из 1291 или более чем на 6% голосов она является символом красоты из Баку. Она мисс Диляра Кязымова. Мильяна Гашимова, Наэль Бабаев, Азертач.